Там 4 ступеньки, сейчас поможем. Ничего не поможет. Вытывай. Так, кому послать за ложку? Ну, не было, ничего. Бегай. Я хочу быть живой. Николай, скажи, пусть дохнут ложку нас назад. Так, быстро, бегом, бегом! За стол садись. Три поклона еще положите, три поклона. Три поклона положите все. Боже милостивый. Ну все, уже мы там молились, садитесь. Шапочки. Давай повешайте. Сейчас Игнатий будет назначить. Когда? Вон у Игнатия Тихоновича спросите, вчера. Кто будет дежурить. Тихо, тихо, не топтитесь. За вчера этого не было. Спросили Бога. Тимофей, где сушки? Пили, 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 ну давайте назначайте кто. Кто еще не дежурил вообще? Тимоша. Где дежурит? Тимоша. Дань, пожалуйста, я помогу. Ну-ка давай. Так я недавно дежурил. Опускай Ваня большой дежурит. Тарасик, ты дежурил хоть раз? Встань, где Тарасик? Тарасик, Тарасик. Тарасик, встань. Все, я встань. Все, хорошо. Тарасик, Тарасик, ложку бери. Тарасик где? Подходи. Давай сюда ложку. Давай скорее. Так, Варлам, ну-ка давай ты маленькую ложку, я им даю морковку на малышам. Чтобы они росли быстрее. Это Варлам у нас пришел в гости. Так, давай. Ваня, дай сюда наш сынок. Вот ты сидишь на нас. Ты что, я тихо это... еще целую кормлю. Я так-то сюда надо. Сегодня воскресенье. Так, дядя, Никита, давай, может, вот Валя, это Люба забыла квасу опять дать. Не знаю, надо, почему. Им хоть еще давай не будут. А ты моих ребятишек накормишь, накормлю. Ну тут еще сделал болтушку, там еще что-то с крапивой добавил. А тут кормил ребятишек. Но если только ты придешь, будешь давать свиньям, они будут еще есть, значит ты не накормил. Ну и договорились там 100 рублей. У мужика и 100 рубля-то нету нигде. И вот он, мужик-то накормил свиней. Барин приходит, чух-чух-чух. Ни одна. Тимочка, лежат хвостиками, крутят. Ладно, мужик пришел проведать своих ребятишек. Хотите есть? Нет, не хотим. Да сыты наелись, да сыты. Он вытащил семечки щелкать. Каждый кричит, тять, дай мне, тять, дай мне. Выходит, не наелись. Семечки-то начали просить. И барин проиграл. Ребятишек намного труднее накормить. Тут после этого наелись, наелись. Сейчас что-то принесу. Ну, маленькие не похожие яблоки будут лопать. Вот яблоки поедят, наелись, наелись. Сейчас виноград принесу, будете? Будем. Видишь, какая сказка, говорит, ложь, а мне и намек. Добрым молодцам урок. Поели? Давайте выходите. Доедать надо. Долго сидишь. Почему оставил? Вот тоже Игнат Тихонович оставил. Кто доел? Да вот Тимофей. Вы ему не кладите, больше Тимофею не кладите туда. Слышь, нет? Дежурный. Которые не съели, допивай.
Вот кусочек кто-то наскучил и оставил. Что это вот это? Самый маленький, наверное, Варлам. Давай его сюда. У меня такой порядок. Справа самый маленький мальчик, слева девочка самая маленькая. О! Аминь. Господи Боже наш, благодарим Тебя, Христе Боже наш. Яко насытилась она земных Твоих благ, не лишилась и небесного Твоего царствия. Но яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси мир, да я им. Приди к нам и спаси нас. Слава Тебе за этот воскресный день. Как Ты нас защитил и помиловал даже от этих комаров. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Комаров не было? Нет! Спасибо, Христос, Богу! Спасибо, Христос, Богу! Спасибо, Христос, Богу! Я был самый маленький. Приезжайте на занятия. Сейчас.